Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Шалом, друзья! Сегодня 12 мая. Читая Тору, книгу Ваикра или Левит, в 13 главе есть история, которая описывает осмотр первосвященником человека, больного проказой. Проказа является символом греха, символом нашего греховного состояния в этом мире. И если мы будем внимательно читать Писание, мы увидим, что в этой главе очень много говорится о том, что первосвященник осмотрит. Он это делает тщательно, он это делает внимательно, он это делает старательно. Несколько раз Писание говорится, осмотрит и увидит, осмотрит и увидит. Знаете, наблюдая и читая Писание, я вдруг начинаю понимать, что первосвященник Ишуа Мессия, пришедший на эту землю, он также внимательно осматривает и оглядывает и видит то, что сегодня мы делаем. Знаете, удивительно то, что в этом осмотре первосвященник проявляет максимум внимания для того, чтобы проказа действительно, если она есть, и действительно, если человек болен этим заболеванием, чтобы эта проказа, она не попала в общество сынов Израилевых. То же самое сегодня в нашей жизни. Наблюдая за состоянием каждого из нас, мы должны быть внимательны и прежде всего к самому себе, чтобы те греховные привычки, те греховные наклонности, которые сегодня появляются у нас, они не стали тем горьким корнем для тех людей, с которыми мы общаемся в теле Ишуа Мессии. Это очень важно понимать, потому что от горького корня, как говорят Писания, могут оскверниться многие. И в то же время, осматривая себя и осматривая состояние наших родных, наших близких, наших друзей в Господе, мы должны быть очень внимательны и очень милосердны, потому что первосвященник, он внимательно осматривая, он давал человеку шанс. Каждый раз, если какие-то были причины, чтобы человек не мог войти в общество сынов Израилевых, он давал ему еще неделю, еще 7 дней, чтобы действительно увидеть, является ли это заболевание той проказой, которая нуждается после всего в его благословении и в его принятии в общество сынов Израилевых. Интересный момент. Первосвященник должен был проявлять не просто внимательность, он должен был быть очень милосердным. Потому что важно понимать, что мы не просто допускаем какие-то моменты, если мы допускаем грех в теле, если мы допускаем какие-то компромиссы, что мы влияем на все тело, на все общество, на всю общину. Но мы также должны быть внимательны, чтобы не отвергнуть того человека, который оказался в плачевном состоянии, в состоянии греховном, который сегодня нуждается в нашей милости, в нашей помощи, чтобы мы были способны протянуть ему руку, чтобы мы были способны помочь ему. Потому что Ишуа, когда он пришел на эту землю, Писание говорит, что не здоровые нуждаются во враче, а больные. Он искал тех людей, которые были поражены грехом, тех людей, которые нуждались в милости и прощении, для того, чтобы вновь стать членами или частью общества сынов Израилевых. Мы сегодня, как народ Божий, должны быть очень внимательны. Мы сегодня, как народ Божий, должны быть очень сострадательны, понимая, что Бог, он пришел на эту землю, чтобы приобрести себе наследников, чтобы приобрести себе народ, чтобы эти люди в конечном итоге вошли в Царство Божие. Нам нужно иметь прежде всего милость, потому что это качество, которое от нас ожидает Господь. И Писание учит нас. В послании к Якову Яков пишет такие замечательные слова. Это вторая глава. «Ибо суд без милости, не оказавшему милость, милость превозносится над судом». Знаете, это привилегия сегодня для нас быть служителями и священниками в теле Ишуа Мессии. В его храме совершая это служение. Быть очень внимательным для того, чтобы греховная закваска и компромисс, он не проник в среду общины. И в то же время проявлять милость и сострадание к тем людям, которые сегодня оказались на обочине жизни. Которые, возможно, раздавлены, которые, возможно, разочарованы, которые сегодня, возможно, нуждаются в нашей милости, в нашей любви. Чтобы каждый из нас был способен, как первосвященник, выйти за стан, протянуть ему руку и действительно поднять этого человека. Я хочу сегодня вместе с вами помолиться.
помолиться о том, чтобы мы именно имели эти качества. Имели эти качества священника, различая, что есть чистое и что есть нечистое. Были ответственны за то, чтобы греховная закваска, она не проникала в нашу среду, в наше общение. И в то же время имели мудрость и способность проявлять любовь, долготерпение и заботу о тех людях, которые сегодня нуждаются в нашей помощи. Дорогой Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, во имя Сына Твоего, мы обращаемся сегодня к Тебе. Мы просим Тебя, Господь, дай нам мудрости и способности, дай нам мудрости и сострадания проявлять милость и заботу и в то же время не идти на компромисс с грехом. Я прошу Тебя, Господь, научи нас различать, что есть чистое и что есть нечистое, чтобы, принимая решения и вынося какие-то заключения и вердикты, мы были способны руководствоваться Твоим голосом, Твоим взглядом на определенную ситуацию в жизни наших братьев и в жизни наших сестер. Дай нам мудрости и способности, не отвергая, Господь, упавших, помогать им подняться и в то же время не идти на компромисс с грехом, который сегодня так старается проникнуть в среду общества Твоего народа. Мы просим, благослови, дай нам мудрости и способности во имя Ишуа Мессии. Амен. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.